Фильм этот не является историческим, а тем более теологическим исследованием. Он представляет собой, скорее всего, искусствоведческий обзор и обобщение средневековой живописи и графики, натолкнувшие автора на неожиданные исторические выводы в рамках новой хронологии, успешно развивающейся сегодня благодаря усилиям двух выдающихся российских ученых Анатолия Тимофеевича Фоменко и Глеба Владимировича Носовского. В фильме использованы материалы из их совместных фундаментальных научных трудов. Как известно, официальное летоисчисление от сотворения мира по византийскому календарю было принято в Константинополе на VI Вселенском соборе в 681 году нашей эры. Год тогда начинался с 1 сентября. Счет дней велся от Адама, который, согласно Святому Писанию, был создан пятницу 1 марта 1 года в середине 6 дня творения. Исходя из этого, считалось, что Создатель сошел на Землю в середине 6 тысячелетия до новой эры, ибо у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. На этом основании началом летоисчисления по византийскому календарю принято было считать 5508 год до новой эры. И хотя в то время в мире существовало три календарных системы летоисчисления от сотворения мира – Александрийская, 5493 год до Рождества Христова, Антиохийская, 5969 год до Рождества Христова и Византийская, 5508 год до Рождества Христова, именно византийская схема летоисчисления на протяжении 6 столетий, начиная с XI века, занимала важное место в календарной системе средневековой Руси. Последним днем по византийскому календарю в России было 31 декабря 7207 года от сотворения мира. Тогда, по указу Петра I, следующий день уже официально считался 1 января 1700 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Если вернуться сегодня к летоисчислению по старинному византийскому календарю, то путем несложных арифметических действий можно вычислить по нему нынешнюю дату. Получается 7520 год от сотворения мира. А 1 сентября 2012 года начнется новый 7521 год. В 1582 году Папа Римский Григорий XIII своим декретом ввел в обращение календарь так называемого «нового стиля», который вошел в историю как «григорианский». На основании этого календаря после 4 октября 1582 года следующий день считался не пятым, а 15-м числом месяца. Календарем этим до сих пор официально пользуется весь мир. Россия перешла на него в феврале 1918 года. Уже с первых веков становления христианства предпринимались многочисленные попытки связать священные события, описанные в Библии, с современностью. Возникло около 200 различных вариантов дат, согласно которым период времени от сотворения мира до Рождества Христова укладывался в промежуток между 3483 и 6984 годом до новой эры. Разница между подсчетами дат была внушительной и составляла более 3500 лет. Естественно, что при таком запредельном разбросе дат ни о каком едином летоисчислении в те времена речи не могло и быть. Хронология древней и средневековой истории в том виде, в котором она существует сегодня,
была создана лишь в 16-17 веках нашей эры западноевропейским хронологом Иосифом Скаллигером и католическим монахом Дионисием Петавиусом. До этого никто не делил хронологию на нашу эру и до нашей эры, и ничего не знал ни о какой античности. Она возникла лишь в 17 столетии, когда Скаллигер и Петавиус привели хронологический разброс дат, так сказать, к общему знаменателю. Однако их методы датирования, как и у их предшественников, были несовершенны, ошибочны и субъективны. В результате история удлинилась на 1000 лет. И это лишнее тысячелетие наполнилось фантомными отображениями событий, происходивших в совершенно другое время. Впоследствии одни заблуждения порождали другие, и, нарастая как снежный ком, тащили хронологию событий мировой истории в пропасть виртуальных нагромождений, не имеющих ничего общего с реальной действительностью. Эту лженаучную хронологическую доктрину Скаллигера-Петавиуса в свое время подвергли серьезной критике выдающиеся деятели мировой науки. Среди них известный английский математик и физик Исаак Ньютон, крупный французский ученый Жан Гардуин, английский историк Эдвин Джонсон, немецкие просветители, филолог Роберт Балдоуф и юрист Вильгельм Каммайер, русский ученый Петр Никифорович Крекшин, личный секретарь Петра I, Николай Александрович Морозов, революционный и общественный деятель, ученый, писатель, почетный член Академии наук СССР, американский ученый, историк и писатель Эммануил Великовский. Далее, уже в наши дни, эстафету неприятия скаллигеровской хронологии подхватили их последователи. Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии России Анатолий Тимофеевич Фоменко, автор новой хронологии в соавторстве с кандидатом физико-математических наук, доцентом Глебом Владимировичем Носовским. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей математики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Татьяна Николаевна Фоменко. Доктор физико-математических наук, профессор, академик Международной академии информатизации, лауреат Государственной премии СССР Владимир Вячеславович Калашников. Доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской премии, профессор Михаил Михайлович Постников. Ученый из Германии, историк и писатель Евгений Яковлевич Габович и многие-многие другие. Но несмотря на самоотверженный исследовательский труд этих ученых, до сих пор мировая историческая общественность использует в своем научном арсенале в качестве эталона основы порочной скаллигеровской хронологии. До сих пор не существует полного фундаментального и объективного исследования по хронологии древнего мира, отвечающего современным требованиям исторической науки. Нас приучили к тому, что даты древней и античной истории хорошо и давно были известны хронистам, и никогда счет лет не прорывался. Что якобы, начиная с глубокой древности, существовал непрерывный счет лет. Что хроники в себе несут унифицированную шкалу, скажем, подсчета лет событий от Рождества Христова или сотворения мира, и что хронисты год за годом аккуратно записывали следующие события, которые они сами лично наблюдали. Однако при ближайшем ознакомлении выясняется, что это далеко не так. Оказывается, что даты, которые мы знаем с детства, со школы, из университетских курсов, были созданы, вычислены не так давно, а именно в 16-17 веках нашей эры. И известны авторы, кто создавал эту хронологию. Глобальная хронология была создана трудами Иосифа Скаллигера и Дионисия Петавиуса. Это известные хронологи 16-17 веков. До них единой шкалы отсчета лет и унификации эр не было. Они впервые, как они считали, привели в порядок хаос датировок, который существовал до них. И в меру своего разумения и в меру своих возможностей они вычислили
даты основных событий глубокой древности. Выясняется на самом деле, что их способы подсчета были несовершенны. Для 16-17 века эта задача подсчета дат была непростой, ведь подсчет даты – это довольно непростая задача, математическая и астрономическая. Методы, которыми располагали Денис Питавиус и Йозеф Скалигер в те годы, были пока, к сожалению, несовершенны. Как мы обнаружили, они сделали ошибки, и ошибки довольно значительные. Речь идет о сдвигах дат не на 1-2 года, а иногда на сотни и на тысячи лет. Поэтому резюме следующее. Те даты, которые мы сегодня знаем и которые приписаны событиям античности, стали известны людям только с 16-17 веков. По-видимому, эти авторы ошиблись. И сегодняшние методы математически, астрономически скрывают их ошибки, и сегодня мы можем их перепроверить, убедиться, что они ошиблись, и создать новую хронологию, основанную на современных методах, и она оказывается более короткой, чем мы привыкли думать, по крайней мере, на 1000 лет. В 15, 16 и 17 веках, после введения в обращение юлианского, а затем и григорианского календаря, ведущих летоисчисления от Рождества Христова, даты записывались римскими и арабскими цифрами, но не так, как сегодня, а вместе с буквами. Но об этом уже успели благополучно забыть. В средневековой Италии, Византии и Греции даты писались римскими цифрами. Римские цифры – цифры древних римлян. Сказано в энциклопедии. Система римских цифр основана на употреблении особых знаков для десятичных разрядов. 1, 10, 100, 1000. И их половин – 5, 50, 500. Натуральные числа записываются при помощи повторения этих цифр. При этом, если большая цифра стоит перед меньшей, то они складываются, принцип сложения. Если же меньшая перед большей, то меньшая вычитается из большей, принцип вычитания. Последнее правило применяется только во избежание четырехкратного повторения одной и той же цифры. Считается далее, что римские цифры появились очень давно, задолго до новой эры, во времена античных римлян. При этом числа до 50 записывались при помощи трех значков – 1, 5 и 10. Почему именно такие знаки использовались для небольших чисел? Вероятно, сначала люди оперировали небольшими величинами. И лишь потом в обиход вошли большие числа. Например, больше 50, сотни и так далее. Тогда и потребовались новые дополнительные знаки, вроде 50, 100, 500 и 1000. Поэтому логично полагать, что знаки для небольших чисел были первоначальными, самыми ранними, наиболее древними. Кроме того, первоначально в написании римских цифр не применялась так называемая система сложения и вычитания знаков. Например, цифры 4 и 9 в те времена записывались так. Это хорошо видно на средневековой западноевропейской гравюре немецкого художника Георга Пенца «Триумф времени». Обратите внимание на римские цифры на ободе колеса повозки. Таким же образом изображены цифры 4, 9, 14, 19 и 24 на старинных солнечных часах. Уже упоминалось, что даты в средние века по юлианскому и григорианскому календарям, ведущих летоисчисления от Рождества Христова, записывались буквами и цифрами. Греческая буква «хи», стоящая перед датой, записанной римскими цифрами, когда-то означала имя «Христос», но потом была переиначена в цифру 10. Таким образом, произошел хронологический сдвиг средневековых дат на 1000 лет при сопоставлении позднейшими историками двух различных способов записи.
Каким же образом записывались даты в те времена? Первым из этих способов была, естественно, полная запись даты. Она выглядела так. Первый век от Рождества Христова, второй век от Рождества Христова, третий век от Рождества Христова и так далее. Вторым способом была сокращенная форма записи. Даты писали так. От Христа первый век, от Христа второй век, от Христа третий век и так далее, где «хи» не римская цифра 10, а первая буква в слове «Христос», написанного по-гречески. Греческая буква «хи» – одна из самых распространенных средневековых монограмм, встречающаяся до сих пор в старинных иконах, мозаиках, фресках и книжных миниатюрах. Она символизирует имя Христа. Поэтому и ставили ее перед датой, записанной римскими цифрами в календаре, ведущем летоисчисление от Рождества Христова, и отделяли точкой от цифр. Именно из этих сокращений и возникли принятые сегодня обозначения веков. Правда, греческая буква «хи» уже читается нами не как буква, а как римская цифра 10. Когда же писали дату арабскими цифрами, то перед ними ставили букву «и», «йота» или «джей», первую букву от имени Иисус, написанного по-гречески или латыни, и отделяли ее точкой. Но позже буква эта была объявлена единицей, якобы обозначавшей тысячу. Следовательно, запись даты «йота.400 год», например, первоначально означала «от Иисуса 400 год». Вот средневековая английская гравюра, датированная якобы 1463 годом. Но если хорошо присмотреться, то можно увидеть, что первая цифра единица, то есть тысяча, вовсе не цифра, а латинская буква «и». Точно такая же, как и буква слева в слове «дни». Между прочим, латинская надпись «Anno Domini» означает «от Рождества Христова». Сокращенно «АДИ» от Иисуса и «АДХ» от Христа. Следовательно, дата, написанная на этой гравюре, не 1463 год, как утверждают современные хронологи и искусствоведы, а 463 год от Иисуса, то есть от Рождества Христова. На старинной гравюре немецкого художника Иоганса Бальдунга Грина изображено его авторское клеймо с датой, якобы 1515 год. Но при увеличении этого клейма можно отчетливо увидеть в начале даты латинскую букву «и» от Иисуса, точно такую же, как и в монограмме автора Иоганс Бальдунг Грин, а цифра «1» здесь написана иначе. Значит, дата на этой гравюре не 1515 год, как утверждают современные историки, а 515 год от Рождества Христова. На титульной странице книги Адама Алиария «Описание путешествия в Московию» изображена гравюра с датой, якобы 1656 год. На первый взгляд латинскую букву «и» в начале даты можно принять за единицу. Но если внимательно присмотреться, то мы отчетливо увидим, что это вовсе не цифра, а прописная буква «и». Точно такая же, как в этом фрагменте из старинного рукописного немецкого текста. Поэтому реальная дата гравюры на титульном листе средневековой книги Адама Алиария не 1656 год, а 656 год от Рождества Христова. Такая же прописная латинская буква «и» стоит в начале даты на старинной гравюре, изображающей русского царя Алексея Михайловича Романова. Гравюру эту изготовил средневековый западноевропейский художник, как мы теперь уже понимаем, не в 1664 году, а в 664 году от Рождества Христова. И на этом портрете легендарной Марины Мнишек, жены Лжедмитрия I, буква «J» при большом увеличении –
совсем не похожи на цифру 1, как бы мы себе это ни пытались представить. И хотя историки относят этот портрет к 1609 году, здравый смысл нам подсказывает, что истинная дата изготовления гравюры – 609 год от Рождества Христова. На гравюре средневекового герба немецкого города Нюрнберга написано крупно «Анно», то есть год, от Иисуса 658. Заглавная буква «J», стоящая перед цифрами даты, изображена настолько явно, что ни с какой единицей ее спутать невозможно. Изготовлена эта гравюра, без сомнения, в 658 году от Рождества Христова. Кстати, двуглавый орел, расположенный в центре герба, говорит нам о том, что Нюрнберг в те далекие времена входил в состав Российской империи. Точно такие же заглавные латинские буквы «J» можно увидеть и в датах на старинных настенных фресках в средневековом Шильонском замке, расположенном в живописной швейцарской ривьере на берегу Женевского озера, близ города Монтрё. Дату от Иисуса 699 историки и искусствоведы сегодня читают, естественно, как 1699 год. Объясняют они это несоответствие тем, что художник, написавший фреску, именно таким экстравагантным способом изобразил здесь цифру 1. Однако и на других, более ранних фресках этого замка даты написаны почему-то так же. Например, это «От Иисуса 636 год». Зато в этих, более поздних настенных изображениях того же Шильонского замка, датированных уже 18 веком, то есть после Скалиговской реформы, с точки зрения современных историков, даты написаны правильно. Литера «И», означавшая ранее «от Рождества Иисуса», заменена цифрой 1, то есть 1000. На этом старинном портрете римского папы Пия II мы отчетливо видим не одну, а сразу же 3 даты. Дата рождения, дата вступления на папский престол и дата смерти Пия II. И перед каждой датой изображена заглавная латинская буква «J» от Иисуса. Художник в этом портрете явно переусердствовал. Букву «J» он поставил не только перед цифрами года, но и перед цифрами, означающими дни месяца. Так, наверное, он проявил свое раболепное преклонение перед ватиканским наместником Бога на земле. А вот совершенно уникальная с точки зрения средневековой датировки гравюра русской царицы Марии Ильиничны Милославской, жены царя Алексея Михайловича. Историки относят ее, естественно, к 1662 году. Однако на ней стоит совершенно иная дата. От Иисуса 662 год. Латинская буква «J» здесь прописная, с точкой, и уж никак не похожа на единицу. Чуть ниже мы видим другую дату. Дату рождения царицы. От Иисуса 625 год. То есть 625 год от Рождества Христова. Такую же букву «J» мы видим и перед датой на портрете Эразма Роттердамского, немецкого художника Альбрехта Дюрера. Во всех искусствоведческих справочниках рисунок этот датируется 1520 годом. Однако совершенно очевидно, что дата эта трактуется ошибочно и соответствует 520 году от Рождества Христова. Другая гравюра Альбрехта Дюрера «Иисус Христос преисподней» датирована таким же образом. 510 год от Рождества Христова. На этом старинном плане немецкого города Кёльна поставлена дата, которую современные историки читают как 1633 год. Однако и здесь латинская буква «J» с точкой совершенно не похожа на единицу.
Значит, правильная датировка этой гравюры – 633 год от Рождества Христова. Кстати, и тут мы видим изображение двуглавого орла, что лишний раз свидетельствует о том, что Германия в те времена входила в состав Российской империи. На этих гравюрах немецкого художника Августина Гершфогеля дата помещена в авторскую монограмму. Здесь тоже латинская буква «J» стоит перед цифрами года. И, конечно же, она совершенно не похожа на единицу. Таким же образом датировал свои гравюры средневековый немецкий художник Георг Пенц. 548 год от Рождества Христова написано на его авторской монограмме. А на этом средневековом немецком гербе Западной Саксонии даты написаны и вовсе без литеры «И» или «J». То ли художнику не хватило места для буквы на узких виньетках, то ли он просто пренебрег ее написанием, оставив лишь самую важную для зрителя информацию – 519 и 527 год. А то, что даты эти от Рождества Христова, в те времена было известно всем. На этой русской военно-морской карте, изданной во времена правления российской императрицы Елизаветы Петровны, то есть в середине 18 века, совершенно четко написано: Кронштадт, карта морская аккуратная, написана и измерена по указу ее императорского величества в 740 году флота капитаном Нагаевым, сочинена в 750 году. Даты 740 и 750 записаны тоже без буквы «И». Но 750 год – это 8 век, а не 18. И на этих многочисленных старинных изображениях средневековые художники добросовестно записывали даты от Рождества Христова с использованием, как это было принято тогда, перед арабскими цифрами латинской буквы «И» или «J», первой буквы в слове «Иисус». Литеры эти писались по-разному: прописными или заглавными, с точкой или без точки. Но всегда это были буквы. Буквы-монограммы, придававшие средневековым датам, записанным от Рождества Христова, определенный, конкретный смысл, и к цифрам они не имели никакого отношения. Примеры эти можно приводить до бесконечности. Слава Богу, не все дошедшие до наших дней средневековые исторические и искусствоведческие артефакты с датами были уничтожены или подделаны поздними редакторами.
Свидетельства, дошедшие до наших дней, убеждают нас в том, что скаллигеровские хронологи при помощи несложных манипуляций удлинили нашу историю на 1000 лет, заставив общественность всего мира поверить в эту откровенную ложь. Современные историки обычно уклоняются от членораздельного объяснения этого хронологического сдвига. В лучшем случае они просто отмечают сам факт, объясняя его невежеством неграмотных средневековых художников, допускавших ошибки в написании цифр. В средние века художники были... Это был особый слой, особый пласт людей самых образованных. Это были люди начитанные, писали стихи, создавали сами себе краски, математически высчитывали, что происходит во Вселенной, и знали наверняка, как создан был мир. Это люди уж точно знали, как подписать число или дату, и какого оно времени. Это были люди особенные, они выделялись и отделялись от других простых людей. И сказать, что они были глупы, необразованы, это великое заблуждение, даже оскорбление всех людей, которые занимаются творчеством, что те наши предки, на которых мы учимся, изучаем их творчество, были малограмотны. Это были высочайшие умы. Возьмемте Леонардо да Винчи, Микеланджело, возьмемте Рафаэля, возьмемте любого художника, который тогда рисовал Гальбейна, когда он карту переворачивает, она похожа на некий такой череп, и когда ты смотришь под другим углом, оно начинает создавать голографическое совершенно новое представление об этой картине. То есть там были свои тайны, или возьмем Брейгеля Питера, который высчитывал математически все действия, сюжеты, и когда потом люди пытались понять, объяснить, оказалось, это целое мироздание, целая история. Или возьмем Босха, который создавал свои картины на основе знаний таких величайших, таких тончайших, что нам даже не снилось. Это были высокообразованные люди, и каждая цифра, каждая дата была поставлена ими, перепроверенная и точно как бы осознанная, и просто так случайно ничего не делалось. В старинных документах, особенно с 14 по 17 век, при записи дат буквами и цифрами, первые буквы, обозначавшие, как считается сегодня, большие числа, отделялись точками от последующих малых чисел в пределах десятка или сотни. Вот пример подобной записи даты якобы 1524 года на гравюре Альбрехта Дюрера. Мы видим, что первая буква изображена как откровенная латинская буква «И» с точкой. Кроме того, она отделена точками с обеих сторон, чтобы ее случайно не спутали с цифрами. Следовательно, гравюра Дюрера датирована не 1524, а 524 годом от Рождества Христова. Точно такая же запись даты на гравюрном портрете итальянского композитора Карло Бросчи, датируемого сегодня 1795 годом. Латинская прописная буква «И» с точкой также отделена точками от цифр. Поэтому дату эту следует читать как 795 год от Рождества Христова. И на старинной гравюре немецкого художника Альбрехта Альдорфера «Искушение отшельников» мы видим подобную запись даты. Считается, что изготовлена она в 1506 году. Между прочим, цифра 5 здесь очень похожа на цифру 7. Может быть, тут записана дата не 506 год от Рождества Христова, а 706. А на этой книжной гравюре изображена средневековая издательская марка Людовика Эльзевира. Дата, якобы 1597 год, записана с разделительными точками и с использованием правых и левых полумесяцев для записи латинских букв «И» перед римскими цифрами. Этот пример интересен тем, что тут же, на левой ленте, присутствует и запись той же даты арабскими цифрами. Она изображена в виде буквы «И», отделенной точкой от цифр 597, и читается не иначе, как 597 год от Рождества Христова. С
использованием правых и левых полумесяцев, отделяющих латинскую букву «И» от римских цифр, записаны даты и на титульных листах этих книг. Впоследствии подобные обозначения в средневековых датах трансформировались в цифры «М» и «Д», равные 1000 и 500. Но как бы ни записывались даты в средние века, никогда в те времена римская цифра 10 не означала 10 век или 1000. Для этого уже гораздо позже появилась так называемая большая цифра М, равная 1000. Вот так, например, выглядели даты, записанные римскими цифрами уже после Скаллиграфской реформы, когда к средневековым датам была добавлена лишняя 1000 лет. На первых порах их еще писали по правилам, то есть отделяли точками большие числа от малых. Потом и это перестали делать, просто выделяли точками всю дату целиком. А на этом автопортрете средневекового художника и картографа Августина Гиршфогеля дата, по всей видимости, была вписана в гравюру гораздо позже. Сам художник оставлял на своих произведениях авторскую монограмму, которая выглядела так. Но еще раз напомним, что во всех сохранившихся до наших дней средневековых документах, датированных римскими цифрами, включая и подделки, цифра 10 никогда не обозначала 1000. Для этого использовалась большая римская цифра М. С течением времени информация о том, что греческие буквы «хи» и «йота» или «джей» в начале указанных дат означали первые буквы слов «Христос» и «Иисус», была утрачена. Буквам этим были предписаны числовые значения, а точки, отделявшие их от цифр, в последующих печатных изданиях были лукаво упразднены или попросту стерты. В результате записанное сокращение даты вроде «от Христа 3 век» или «от Иисуса 300 год» стали восприниматься как 13 век или 1300 год. Подобная трактовка автоматически добавляла к первоначальной дате 1000 лет. Получалась таким образом фальсифицированная дата на тысячелетие древнее реальной. Гипотеза отрицания несуществующего тысячелетия, предложенная авторами новой хронологии Анатолием Фоменко и Глебом Носовским, хорошо согласуется с тем известным фактом, что средневековые итальянцы обозначали века не тысячами, а сотнями. Ну, известно, что в Италии считали средние века от тысячного года нашей эры, не от нулевого, а от тысячного. То есть говорили не 12 век, а второй, не 13, а третий, не 14, а 4. Историки объясняют это тем, что, дескать, тысячелетие опускалось, и для простоты так считали. Теоретически, конечно, можно это себе представить, хотя сегодня, например, мы не говорим первый век вместо 21-го. Но с точки зрения новой хронологии, когда становится ясно, насколько итальянская история была искажена и насколько в ней много намеренных ошибок, хронология была просто намеренно искажена, итальянская, и это доказывается с помощью датировок итальянских зодиаков. Вот в свете всех этих наших открытий итальянская система летоисчисления, когда они выпускали тысячи лет, выглядит совершенно по-другому. И получается, что дело не в том, что они опускали тысячу лет, а дело в том, что они действительно считали от, не от нулевого года нашей эры, а от тысячного года нашей эры. Это была одна из средневековых систем отсчета, когда считали от тысячного года нашей эры. Дело в том, что эпоха введения счета лет от нашей эры – это как раз 15-16 века. И в то время существовало много разных точек отсчета. И то, что вот сегодня принято считать вот от той точки, которая называется годом Рождества Христова, неправильно называется, но называется так, общепринято. Но это просто одна из версий,
расчета дат Рождества Христова. Значит, в средние века в Италии была другая версия. Они, видимо, по каким-то соображениям рассчитывали год Рождества Христова в 1000 году нашей эры, что гораздо ближе, кстати, к истине, чем современная точка зрения. И тогда все становится понятно, естественно, и получается, что итальянцы считали, вели летоисчисление так же, как и мы сегодня, не опуская никакие тысячи лет. Так обозначали средневековые итальянцы 200-е годы – дучанто. А вот так 300-е – триченто. И 400-е – кватроченто. Ну и, наконец, 500-е – чинквеченто. Но ведь такие обозначения веков прямо указывают на начало отсчета именно с 11 века новой эры, поскольку отрицают принятое сегодня добавление тысячи лет. Это тоже неправильная датировка, потому что на самом деле Рождество Христово не в 1000 году нашей эры было, а в 1150 примерно, на 150 лет позже. Но средневековые расчеты этой даты давали разные ответы. Они же не знали точно, когда родился Христос, они рассчитывали. Вот тот расчет, который сегодня, результат расчета, который сегодня общепринят, это самый неправильный. Самая неправильная точка зрения из имеющихся тогда. Были разные точки зрения, ошибочные. Многие из них были ошибочные, но не настолько ошибочные. То есть итальянцы из того, что они считали 12, вместо 12 века 2, вместо 13 3, из этого, с точки зрения новой хронологии, следует, что они помещали год Рождества Христова примерно в 1000 год нашей эры, что гораздо ближе к истине. Да, это все равно неправильная дата, неправильная, как мы теперь понимаем, но она гораздо ближе к правильной, чем та дата, которая вообще принята сегодня. Да, но когда они говорили 200-е годы, они писали римскими цифрами 10, то есть тысячи лет, и 3 столетия. То есть получался 13 век, а говорили о 200-х годах. Ну, это уже надо все проверять. Вы поймите, что если они писали 13 век, а говорили 3, это понятно, что они просто опускали 1000. Но на самом деле, что там было и как действительно они считали, это вопрос интересный, и им надо заниматься. Известно, что они считали, опуская 1000. Вот как они на самом деле тогда писали? Вот то, что мы сегодня имеем, то, что у них в Италии якобы существуют архивы с документами якобы вот этих средних веков. Это на самом деле, скорее всего, неправда. А даже если правда, то те документы, которые там существуют, они не показывают, а вместо них показывают подделки. И это не голословное заявление. Мы это можем доказать. Вот на основе датировки зодиаков итальянских мы можем доказать, что средневековая история Италии искажена, неправильно датирована. И те документы, которые они якобы хранят в своих архивах со средних веков, и которые доказывают, что те-то и те-то события произошли тогда-то и тогда-то, это документы поддельные. Может быть, у них есть и подлинные, которые они не показывают. Мы этого не знаем. Но те, которые они показывают доказательства своей неправильной хронологии, поддельные, потому что хронология неправильная, и мы это можем доказать. Выходит, что никакой тысячи лет средневековые итальянцы, оказывается, не знали. По той простой причине, что этого лишнего тысячелетия в те времена еще и в помине не было. Исследуя старинную церковную книгу «Палия», использовавшуюся на Руси вплоть до 17 века вместо Библии и Нового Завета, в которой были указаны точные даты Рождества, Крещения и Распятия Иисуса Христа, записанные перекрестно по двум календарям от сотворения мира и более старинному индиктовому, Фоменко и Носовский пришли к заключению, что даты эти между собой не совпадают. При помощи современных математических компьютерных программ им удалось вычислить истинные значения этих дат согласно нынешнего летоисчисления, записанных в древней русской палее. Рождество Христово, декабрь 1152 года. Крещение, январь 1182 года. Распятие, март
1185 года. Даты эти подтверждаются и другими дошедшими до нас старинными документами, астрономическими зодиаками и легендарными библейскими событиями. Вспомните, например, результаты радиоуглеродного анализа Туринской плащаницы или вспышку Вифлеемской звезды, известной в астрономии как крабовидная туманность, известившей волхвов о рождении Иисуса Христа. И то, и другое событие, оказывается, относятся к XII веку нашей эры. Как мы можем вычислить подлинную дату Рождества Христова, дату крещения, дату распятия Иисуса Христа? Вопрос непростой, и для этого надо воспользоваться старинными документами. Например, возьмем старинную Палию, в которой содержится прямое сообщение о том, когда родился и был распят Иисус Христос. Но здесь необходимо сделать комментарий, в каких терминах эти даты названы в старинной Палии. Наряду с использованием стандартного способа счета лет от Адама, от сотворения мира, используют так называемый счет по индиктам. Что такое индиктовый счет? При вычислении даты по эре от сотворения мира или по эре от Адама используется бесконечный счетчик. Добавляется каждый раз по прошествии каждого года одна единичка. Один год прошел плюс один год, два года прошел плюс два года и так далее. Однако в старых документах в древности использовался счет по индиктам. Это три циклических счетчика, которые назывались так. Индиктовый счетчик, круг Солнца и круг Луне. Дело в том, что эти счетчики были циклическими. Индикт – это были числа, которые менялись с единицы до 15, и потом величина сбрасывалась снова на единицу. Круг Солнцу менялся от единицы до 28, и затем сбрасывался на единицу. И круг Луне менялся от единицы до 19, и затем снова сбрасывался на единицу. То есть дата записывалась не одним числом, а тремя числами, тремя цифрами в трех счетчиках. Способ такой записи был очень устойчив, но сложнее, чем тот, который мы привыкли сегодня, сложнее, чем тот, который сегодня считается счетом лет от Адама. Так вот, в старых документах использовался счет именно по индикту, указывался индикт, круг Солнца и круг Луне. Давайте же откроем старинную Палию и посмотрим, что же в ней было написано. А написано следующее. Я цитирую Палию. «В лето 5500-е родился плотью предвечной Царь Господь Бог наш Иисус Христос декабря в 25-й день. Круг Солнцу тогда бе 13, луна же 10, индикта 15-го, в день недельный, в седьмой час дни». Это Палия, лист 275, оборот. И еще одна цитата, нужная для датировки. «Царство третье, Тиверия Кесаря. В лето 5515 по августе Кесаре восприя царство Тиверии, сын Каулиев, и царство в Риме 23 лета. При всем великий трус, бысть и разорение, 13 градов, даже и до земля сокрушишася. 15-е лето Христос от Иванна во Иорданстей реце, 30 лет возраста своего месяца января, в 6-й день, в 7-й час, дни индикта 15, круг солнцу 3, безыменного перста. И от того времени избра себе ученик 12, и чудеса начат творите, и по крещении бысть на земли 3 лета, до святые своя страсти. При всем Тиверии бысть и спасенная страсть, и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Лет во 18-е лето царства Тивериева пострада Господь наш Иисус Христос, спасение ради человеча в летах 5530 марта, в 30-й день, в пяток, в 6-й час дни, индикта 3, круг солнцу 7, луна 14, а пасха жидом.
Полия, лист 500, лист 256, оборот, и лист 257. Как мы видим, старый текст сообщает несколько датировок для Рождества Христова и для его распятия. Мы видим здесь нам привычные даты по византийскому летоисчислению, а именно названные 5515 год, 5500 год. То есть это даты, которые нам хорошо известны из учебников и которые были вычислены в эпоху Скалигра и Петавиуса для Рождества и для распятия Иисуса Христа. Эти даты были проставлены уже поздно, после того, как Скалигра и Петавиус создали свою глобальную хронологию древности. Но на наше счастье в этом старом тексте остались старые датировки, индиктовые, указанные, вы видели индикты, круг Солнца и круг Луны. Как вычислить подлинную дату, записанную этим старым способом? Мы видим, что на наше счастье летописцы, переписывая старый документ, внесли даты по Скалигре и Петавиусу, но сохранили, это нам очень повезло здесь, старинные датировки этого важного события – Рождества Христова и его распятия. Способ пересчета этих дат нуждается в декодировке. Это довольно непростая процедура, хотя, в принципе, повторяю, она несложная, ибо мы имеем дело с тремя циклическими счетчиками. Учитывая периодичность счетчиков и вникая более подробно в материал, который вот мы сейчас с вами прочли, это можно сделать. Эта задача дешифровки не очень сложная, но, конечно, сводящаяся к решению системы нескольких уравнений. Подсчет, который был нами сделан, полностью и подробно изложен в нашей книге под названием «Царь славян». Вот эта книга, вы можете ее прочитать, здесь изложены все способы, с помощью которых мы определяем подлинные даты Рождества Христова и его распятия. И получается результат следующий, поразительный, что Рождество Христова приходится на 1152 год условной нашей эры, а его распятие произошло в 1185 году, тоже условной нашей эры. То есть примерно 1100 лет позднее, чем мы считаем сегодня. А в позднем Средневековье, в XIV-XV веках, хронологи удревнили это событие сначала на 1000 лет, а именно объявив буквы X, Хи и буква Йота, И или Джей, обозначениями 1000 лет. Так возник сдвиг на 1000 лет. Но потом они добавили еще один сдвиг примерно на 100 лет вниз. В результате подлинная дата Рождества Христова опустилась вниз из середины XII века на начало нашей эры. Другими свидетельствами, подтверждающими эту нашу датировку Рождества, является датировка Туринской плащаницы. Это абсолютно независимое свидетельство и очень интересное. О нем тоже подробно рассказано в нашей книге «Царь славян». Еще одно свидетельство – это датировка вспышки сверхновой звезды, которая, как мы выяснили, описана в Евангелии как Вифлеемская звезда, и которая связывается с властным Евангелием, с Рождеством Христова. Сегодня вспышка сверхновой звезды, остатком которой является крабовидная туманность, относится к XI веку, но, как выясняется, и об этом тоже в нашей книге подробно рассказано, в реальности вспышка произошла в XII веке, как раз в 1151 примерно году. Это прекрасное согласование с независимым способом подсчета даты Рождества по старинной Полее. Историки ломают голову над неразрешимым до сих пор вопросом.
почему до наших дней сохранилось так мало памятников материальной культуры раннего средневековья с 1 по 10 век и так много античных. Логичнее было бы наоборот. Они объясняют это тем, что после многовекового периода бурного развития древние цивилизации внезапно деградировали и пришли в упадок, забыв все научные и культурные достижения античности. И только в 15-16 столетии, в эпоху Возрождения, люди вдруг вспомнили обо всех открытиях и достижениях своих цивилизованных предков. Они в одночасье разыскали многотомные собрания сочинений древних писателей, философов и ученых. И с этого момента стали динамично, целеустремленно развиваться. Не очень убедительно. Однако, если принять за точку отсчета истинную дату рождения Иисуса Христа, все сразу становится на свои места. Не было, оказывается, в истории человечества тысячелетней отсталости и невежества. Не было разрыва исторических эпох, не было внезапных взлетов и ничем не обоснованных падений. Цивилизация наша развивалась равномерно и последовательно. На этом основании можно сделать логический вывод, что древняя мировая история, уложенная в прокрустово ложе несуществующего мифического тысячелетия, является всего лишь досужим вымыслом историков, плодом воображения, оформленным в полное собрание сочинений художественной литературы в жанре исторической легенды. Возникает естественный вопрос, а что же тогда описано в старинных знаменитых документах? О чем же рассказывают знаменитые авторы Геродот, Тит Ливий, Ксенофонт, Гомер, Овидий и так далее, и так далее? Неверно думать, что эти авторы выдумали события античности из головы. Это не так. Все, что описано в старых документах, это более или менее правильное отражение реальных событий. Однако важно понимать, что события эти произошли на самом деле существенно позже, чем мы сегодня это считаем, иногда на тысячи лет. То есть реальные события средних веков, которые происходили в интервале примерно с XI до XVII века нашей эры, были позднейшими хронологами неправильно датированы и отброшены вниз, в далекое прошлое, за пределы X века нашей эры, вниз. В результате возникли фантомные отражения, и неизвестная нам древность наполнилась фантомами, то есть отражениями реальных событий. Возник некий призрак, некий мираж, некая виртуальная история. Сама по себе, повторяю, она не выдумана с головы, но она фантомная, ибо она является отражением подлинных событий существенно более позднего времени. Когда сегодня мы с помощью наших методов эти фантомы обнаруживаем и поднимаем их из прошлого средние века, сдвигаем их вверх на сотни, на тысячи лет, то известная история укорачивается. То есть письменная история человечества, как выясняется, насчитывает существенно меньшее время, чем мы сегодня считаем. Она началась, по-видимому, только где-то в X-XI веке нашей эры. И все, о чем рассказывают замечательные авторы, повторю хотя бы несколько имен: Геродот, Гомер, Тит Ливий, Ксенофон и так далее, это события, происшедшие в интервале с XI по XVII века нашей эры. Конечно, поверить сегодня в это простому обывателю, особенно в зрелом возрасте, довольно сложно. Груз полученных на протяжении жизни знаний не дает ему возможности вырваться из оков привычных, навязанных извне стереотипных убеждений. Ученые-историки, чьи докторские диссертации и прочие фундаментальные научные труды были основаны на виртуальной скаллиграфской истории, категорически не принимают сегодня идею новой хронологии, называя ее цинично лженаукой. И вместо того, чтобы отстаивать свою точку зрения в ходе полемической научной дискуссии, как это принято в цивилизованном мире, они, защищая честь своего должностного мундира, ведут со сторонниками новой хронологии ожесточенную борьбу. Как во времена средневекового мракобесия, руководствуясь в ней лишь одним расхожим аргументом: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И в борьбе этой для них, как правило, все средства хороши, в
вплоть до ходатайства высшей инстанции о введении в Уголовный кодекс статьи об уголовном наказании, вплоть до лишения свободы за фальсификацию истории. Хотя фальсификаторами, как выясняется, являются именно они. Но истина, в конце концов, восторжествует. Время расставит все точки над «и». Хотя путь этот будет тернистым и долгим. Такое уже было. И не раз. Вспомните, например, объявленные лженаукой генетику и кибернетику. Или судьбу итальянского ученого Галилео Галилея, который, выслушав приговор инквизиции о пожизненном заключении за свои революционные для того времени научные идеи, поднявшись с колен, топнул упрямо ногой и произнес: «А все-таки она вертится». Сейчас о том, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, знает уже каждый школьник. А все-таки, в каком веке мы сегодня живем?